Время новостей на телеканале «Север», в студии Антон Парахин. Здравствуйте. В начале выпуска главные темы. В Ненецком округе стартуют дни ненецкой письменности. О том, насколько востребован ненецкий язык, узнала Елена Черницына. Запредельная скорость. Ростелеком презентовал первую в Заполярье станцию мобильного интернета 4-го поколения. Сегодня в нашей стране начинают штрафовать тех, кто покурил в общественном месте. В силу вступает антитабачный закон. Насколько эффективно он будет работать в нашем округе, смотрите в материалах выпуска. Нарьян-Мар стал первым заполярным городом, где появилось новое поколение мобильного интернета 4G. Первая базовая станция заработает в тестовом режиме уже в ближайшие дни. Ну а до конца года сеть покроет почти всю столицу НАО. За телекоммуникационным прорывом наблюдал Дмитрий Щепанов. Не успели жители Ненецкого округа привыкнуть к третьему поколению мобильного интернета, как на подходе новый стандарт. Технология LTE – Long Term Evolution. Следующая стадия развития – передачи данных через сотовые сети. Проще говоря, стандарт 4G. Мобильная передача данных эволюционировала на протяжении нескольких лет. Все начиналось с древнего стандарта WAP, который поддерживал только загрузку рингтонов и небольших картинок на сотовый телефон. С появлением стандартов GPRS и Edge стало возможно просматривать сайты в интернете прямо с телефона на скорости древнего dial-up модема. По мере продвижения технологий и по мере того, как появились сети третьего поколения 3G, это стандарты HSPA и HSPA+, абоненты мобильных операторов получили возможность просматривать видео и работать с интернетом прямо со скоростью настольного компьютера. А теперь по стране шагает новый стандарт связи – LTE, сеть 4-го поколения. Стандарт 4G позволит нарьян-марцам пользоваться мобильным интернетом на скорости в 10-15 мегабит в секунду, то есть очень быстро. В пиковое время скорость может достигать 40 мегабит. Первую базовую станцию Ростелеком установил в собственном здании на улице Ваучейского. До конца года таких агрегатов в городе появится 6. Первоочередная задача – покрыть высокоскоростным интернетом учреждения образования. Дальше – предприятия и организации, частных пользователей, затем округ. Ресурс магистральной оптоволоконной линии на материк позволяет сделать это уже сейчас. Та, которая у нас сейчас есть, она достаточна для того, чтобы обеспечить жителей Нарьян-Мара нормальной услугой. Самый лучший пример эволюции технологий и эволюции взглядов. За день до презентации магистральный оптоволоконный кабель повредил льдом. Нарьян-Мар остался без интернета, работали только аварийные каналы. Губернатор Игорь Федоров подметил, как изменилось отношение к информационным технологиям за какие-то 2 года. Мы тут же оказались как будто без рук. Причем такое ощущение, что у нас нет интернета, такое ощущение, что мы не можем получать информацию. А 2 года назад с небольшим мы жили в этих условиях и считали, что это и есть норма. Для Ростелекома Ненецкий округ – один из 8 регионов, где компания строит инфраструктуру LTE. Нарьян-Мар выбран одним из первых не случайно. Здесь оборудование 4G испытает на прочность мороз, влажность и ветер. Получив арктический опыт, телекоммуникационная компания сможет чувствовать себя гораздо увереннее в регионах с умеренным климатом. А жители округа получат передовые технологии одними из первых. Дмитрий Щепанов, Антон Водряков, телеканал «Север». Как создать и заставить эффективно работать общественную организацию. Об этом и многом другом говорили на обучающем семинаре. Его для жителей Нарьян-Мара организовали представители общественной палаты округа. Среди слушателей была и моя коллега Валентина Чибичек. Общественные, координационные, экспертные, консультативные советы. Сегодня по всей стране создаются различного рода органы общественного управления, суть которых – установить связь между обществом и властью. Однако, как говорят специалисты, своих функций советы не выполняют. У нас в России эти общественные советы выполняют абсолютно такую, ну как бы сказать, симулирующую что ли функцию. То есть одобряют решения, которые уже готовы или которые еще готовятся органами власти. Это не очень хорошо. В других местах бывает по-другому. Они действительно служат площадкой диалога между обществом и властью. Как считает политолог, в состав общественных советов должны входить только компетентные и независимые лица. Тогда общественный орган действительно поможет чиновникам эффективно решать задачи. Вячеслав Карипанов тоже считает, что качественный состав совета играет одну из главных ролей в своей деятельности. В советские годы такие структуры активно взаимодействовали с населением. Это возьмем женсоветы, которые очень огромную роль играли в воспитании детей, укреплении семейных отношений. Возьмем товарищеские суды, которые не просто суды, это были органы воспитания. Если возьмем профсоюзы, это тоже не только защищали права трудящихся, но и занимались воспитательной огромной работой.
Количество членов совета тоже влияет на результат деятельности. Чем больше заинтересованных лиц, тем больше шансов, что их услышат. Если список вопросов будут утверждать члены совета не из числа чиновников, это тоже увеличит эффективность законодательной деятельности в регионе. Эти и другие поправки в организации общественных органов превратят их в настоящие диалоговые площадки и экспертные советы. Валентина Чибичек, Николай Вучейский, телеканал «Север». Утечка нефтепродуктов обнаружена на нефтепроводе. Месторождение перевозное УПН «Варанде». Ее заметили сотрудники компании «Лукойл Коми» во время ежедневного обхода. Предполагаемые причины утечки – коррозия трубы и ее дефект. Аварийно-восстановительная бригада локализовала разлив, но поврежденный участок нефтепровода наложили специальный бандаж. Ведутся работы по сбору нефтепродуктов и очистке территории. Предварительная площадь загрязнения 80 квадратных метров. Объем разлитой нефти уточняется. По информации, нефтепродукты не попали в реки и озера. Загрязненная земля сельскохозяйственного назначения не имеет. Перспективы развития рыбной отрасли в нашем регионе обсудили в Нарьян-Маре. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме состоялась встреча журналистов с руководителем строящегося рыбзавода и директором учебного заведения. Корреспондент Алина Вучейская узнала, на каком этапе сейчас находится строительство и как проходит подготовка специалистов для отрасли. В начале встречи сверили планы. Завод по переработке рыбы строится на территории бывшего лесозавода. Строительство комбината идет согласно срокам, а по некоторым пунктам даже опережает график. Уже выкопан котлован, сделано свайное поле под очистные сооружения и под котельную. Сдать объект подрядчики должны до 1 ноября 2017 года. В 2016 году мы все-таки думаем, будем запускаться на, значит, тестовую мощность. То есть будет смонтировано оборудование, будут смонтированы, значит, холодильные, как бы, установки. И думаю, вот 1 ноября 2017 года завод должен уже полностью выпускать, как бы, продукцию, готовую, как бы, и к употреблению, и к реализации. Новый завод будет выпускать 5 основных видов продукции. Консервы в масле и томатном соусе, пресервы, копченую, вяленую и замороженную рыбу и кулинарные изделия. Для их изготовления нужен труд как автоматизированный, так и ручной. Действительно, здесь надо приложить руки, здесь надо стоять. Ту же самую рыбу надо разделать, те же самые косточки где-то посмотреть, филейные части выдать. Та же самая обжарочная линия, то же самое контроль. Заливка соусов, это тоже контроль. Копчение – это контроль, раскладка. Ну, это везде, это работа с рыбой. Это действительно производство, большое производство. Именно поэтому уже сейчас в Ненецком аграрно-экономическом техникуме готовят специалистов по обработке рыбы. Всего набрано 2 группы рыбообработчиков. Первая из них выпустится в 2014 году. Но с рыбным заводом мы сейчас работаем очень плотно, так как специалисты нужны будут первые в 2016 году. А в 2016 у нас выйдет уже вторая группа. Угу. Вторая. 20 на этом курсе и 20 на другом. То есть 40 человек, которые будут востребованы в 2016 году. Ребята, которые окончат техникум с отличием, в дальнейшем смогут получить высшее образование по отраслевой специальности. Планируется заключить договоры с Калининградским государственным техническим университетом и Мурманским рыбоперерабатывающим заводом для организации практики наших студентов. Алина Вучейская и Николай Вучейский, телеканал «Север». Дни ненецкой письменности начались в нашем округе. Ежегодные мероприятия направлены на популяризацию родного языка. Не секрет, что ненецкий язык в округе услышать можно все реже. Писать и читать на нем учат лишь в немногих национальных школах, но учителей и вовсе дефицит. В проблеме пыталась разобраться Елена Черницына. Ань, здорово, мацяки. Здорово. Так начинается урок ненецкого языка в санаторно-лесной школе-интернате. В городе всего 2 образовательных учреждения, где ведутся такие уроки на национальном языке. В селах и поселках ситуация несколько лучше. Заниматься детьми начинают еще в детском саду. Если не будут знать своего языка, то как бы нам этот округ, название округа уже будет не актуально. Мы можем стать просто обыкновенным Печорским краем. То есть это очень важно в современное время ненцам знать свой язык. Школы обеспечены учебниками ненецкого языка, рабочими тетрадями и словарями. Однако вся образовательная литература давно устарела. Ее не редактировали и не переиздавали уже много десятков лет. А ведь современные учебники, которые выходят по федеральному государственному образовательному стандарту, выпускаются в комплекте с электронными носителями и различными дисками. Мы переходим на федеральный стандарт, то и хотелось бы, чтобы ненецкий язык тоже был представлен в таком же виде.
Квалифицированных специалистов по ненецкому языку в округе категорически не хватает. Раньше педагогов готовили в Наринмарско-педагогическом колледже. Но после того, как спрос на учителей ненецкого языка пропал, уроки в общеобразовательных заведениях поменялись на факультативы. Кое-где вообще сошли на нет. А между тем, коренные жители округа хотят изучать родной язык. Учитель Юлия Литкова, вице-президент Ассоциации ненецкого народа ЕСАВЭЙ, считает, что проблема сохранения родного языка – одна из самых важных и значимых в регионе. Есть много таких, которые бы хотели бы, например, говорить, да, но у них опять времени нет, что некогда им, что нет мало таких специалистов, которые бы согласились заниматься с ними по изучению родного языка. Говорить на ненецком коренные жители округа перестали в 60-х годах. Национальности стали не в моде. В последние годы отношение к языку и традициям изменилось. На ненецком говорят, правда, больше в национальных поселках и в кругу семьи. После принятия закона о ненецком языке его изучение возобновилось, пока только в национальных учебных заведениях. Елена Черницына, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Курить сегодняшнего дня стало дорого. В России вступил в силу новый антитабачный закон. Документ полностью запрещает рекламу табачных изделий, ужесточает ответственность за пропаганду вредной привычки и курение в общественных местах. Бросать курить или копить деньги для штрафов? Олег Хатанзейский пытался разобраться в ситуации. В первый день действия штрафов антитабачного закона жители Наринмара по-прежнему с сигаретой в руках. Курят там, где можно, и там, где уже нельзя. Вести тотальный запрет на курение – задача из области фантастики. А вот серьезно ограничить в правах курильщиков вполне возможно. Скажите, пожалуйста, курите вообще, нет? Курю. Сегодня вступил в силу закон новый о том, что курить нельзя на общественных местах. Как относитесь к этому? Сегодня не курю. Курить строго запрещается теперь на территории школы, средних учебных заведениях, в больницах и поликлиниках, зданиях органов власти, на детских площадках и даже в подъездах. Даже одна затяжка в этих местах будет дорого стоить. Если сигареты в руках вас поймал сотрудник полиции, а именно они будут контролировать закон, из кошелька придется выложить от 500 до 1500 рублей. Покурите в установке, подает полицейский, скажет: здравствуйте, нарушили закон. С вас, пожалуйста, 1500 рублей. Будьте согласны с этим? Наверное, да. Закон есть закон, он должен исполняться. Теперь запрещается дымить и вблизи остановок. Но здесь есть одно послабление для курильщиков. Вот они, именно те самые 15 метров от автобусной остановки. Именно здесь я могу покурить, и за это мне ничего не будет. Но переступив черту всего лишь на один шаг, я автоматически нарушаю закон. И за это мне грозит штраф 1500 рублей. Курильщики на новый закон реагируют по-разному. Одни смирились, другие ратуют за свои права. Психологи уверены, те, кто курил, и дальше будут курить. Если будет возможность такая, что его никто не увидит, да, к примеру, то он все равно возьмет и покурит, потому что у него потребность такая покурить, и он ничего с собой поделать не сможет. Виталий Кожевин не курит. 2 года назад от дурной привычки отделался, чего и другим советует. Проблема курения в подъездах, она, ну, даже курильщики с ней сами справиться не могут, потому что в каждом подъезде, я думаю, один человек найдется, который пользуется своим непривилегированным положением и оставляет сигареты, форточки, самое интересное. А владельцев магазинов, торгующих табаком ближе, чем в 100 метрах от образовательных учреждений, полицейские вправе теперь оштрафовать. Размер денежного наказания от 10 до 30 тысяч рублей. А пока курить разрешено только в кафе, барах и ресторанах. Впрочем, зоны для любителей табака и там тоже скоро закроют. Олег Хатанзейский, Михаил Малеев, Леонид Шишелов и Александр Усачев. Телеканал «Север». Врач-окулист передвижного отряда медиков Заполярного района приехал в поселок Красное. За первую неделю удалось осмотреть 338 человек. Отметим, что специалисты искательской поликлиники в Красное приезжают регулярно. В поселковой амбулатории своего окулиста нет. Не предусмотрен нормативными документами. Впрочем, как и других специалистов узкой квалификации. Они приезжают в Красное посменно. В октябре все желающие могли посетить врача-невропатолога. В течение 2 недель было осмотрено 516 человек, взрослых и детей. Всем были даны рекомендации по лечению. Назначенное лечение врачом-невропатологом, значит, осуществлялось в Красновской амбулатории. То есть проводились и внутривенные инъекции, внутривенные капельницы, физиолечение.
Каждый специалист передвижного отряда искательской поликлиники проводит двухнедельную смену в поселковой больнице раз в год. Всего таких узкопрофильных врачей пятеро. В их числе стоматолог, лор, кардиолог, невролог. Теперь красновцам не нужно записываться и ехать на прием в город или искатели. Проверить зрение, выписать рецепт на очки и даже приобрести новые они могут на месте, минуя многочасовые очереди в поликлинике. За первую неделю работы в Красном окулист осмотрел 338 пациентов. Школьники и детсадовцы посетили врача организованными группами. А до конца года в амбулатории планируют провести прием пациентов врачи, кардиолог и отоларинголог. Александра Литкова, Александр Усачев, телеканал «Север». Футболисты детско-юношеского центра «Лидер» вернулись с турнира за Кубок Кубани. Команда наших мальчишек стала одной из 120 сборных, которые боролись за медали на соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. Кубок Кубани – престижный футбольный турнир. Ежегодно в нем участвуют сотни команд из клубов, спортивных школ и объединений всех регионов страны. Воспитанники детско-юношеского центра «Лидер» побывали на этих состязаниях во второй раз. Грамоты наград пока не привезли, но они обязательно будут, уверен капитан команды Григорий Кисляков. Главное – упорно тренироваться. Первые матчи были тяжелыми, потому что здесь вот маленький зал, маленькие ускорения, а там приходится очень много бегать. Ненецкая погода играть на открытом поле позволяет лишь летом, и то не всегда. Поэтому больше развит мини-футбол. Наши спортсмены тренируются и играют преимущественно в спортивных залах на закрытых площадках. Мы играем на большом стадионе только, ну, среди школ, соревнования среди школ, когда то есть, проходят и все. Вот здесь мы занимаем то первое, то второе места. Успехи на домашнем поле не помогли. Несколько игр подряд команда пыталась привыкнуть к просторному полю и большему количеству игроков. Это удалось только к финальной игре. Финальную игру за места мы проиграли счетом 2-1, уступив последние 15 секунд, нам не успели доиграть до пенальти, скажем так. Обидно чуть-чуть, да, детишки расстроены, но, как я уже сказал, в основном те эмоции, которые они привезли, сугубо положительные. Положительные эмоции ребят – это толчок к будущим победам. В декабре команда собирается на первенство Архангельской области по мини-футболу. Установка тренера – обязательно попасть в призовую тройку. Алена Валейникова, Иван Чейский, телеканал «Север». Лепить из глины учат в Наринмарском музейно-выставочном центре. Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству проводит преподаватель по глине из Нижегородской области. Своим умением и профессионализмом она поделилась и с нашей съемочной группой. Лепешечку мы закручиваем в кулечек, шовчик приглаживаем, пальчиками заглаживаем, разворачиваем, вправляем. Здесь вот мы делаем такой вот защип. Защип. Прижимаем к форме и оформляем головку. Вот так в умелых руках преподавателя декоративно-прикладного искусства из Нижегородской области обычный кусок глины превращается в уникальный шедевр искусства. Специальных предметов для изготовления глиняной игрушки не требуется. Работа выполняется вручную и из обычных материалов. 3 минуты сосредоточенного труда, и свистулька готова. Вот так вот оно у нас и запело. Мастер-класс и семинары по прикладному творчеству в музейно-выставочном центре города Нарьян-Мара проводятся регулярно. В этом году организаторы впервые пригласили специалиста по глине. Первыми мастер-класс у Натальи Крушинской прошли сотрудники выставочного центра. Пока это будет, конечно, в форме клуба. А далее Наталья Григорьевна надеется на то, что, возможно, возродится, возможно, и у нас в Нарьян-Маре появится свой промысел. С нашей национальной традиционной культурой связаны будет глина. Естественно, это будет именно в этом ракурсе. Мастер-классы запланированы для школьных преподавателей и воспитателей детских садов. Возможно, в Нарьян-Маре появится студия лепки, ведь это занятие интересное и даже полезное. Елена Черницына, Сергей Качегов, телеканал «Север». В выходные дни в Ненецком округе ожидается шторм. Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает. 16 ноября на побережье ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 25-30 метров в секунду.
В воскресенье ветер немного стихнет, но порывы местами все же достигнут 17-22 метров в секунду. В связи со штормовым предупреждением жители округа просят воздержаться от поездок на побережье. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи на севере.